Ой, с добрым утром, это я бутылки сбила, бежала обезьяну снимать. Вон они где, на нашем отеле уже снова балуются. Так, сейчас выйдем с другой стороны, глянем. У них такой клич, такое цвирканье, и мы уже сразу их узнаем. Хотя поначалу думали, что это птички. Друзья, всем привет, всем доброе утро. Сегодня правда хороший день, мы наконец-то покидаем наш отель. Час до выезда, мы ну-ка начинаем собираться. Точнее, я так уже все поскидывала в чемодан. Ну, у Наталеньки еще это предстоит. В принципе, все выгребли с полок, нашли все свое. И надо просто засунуть это в свои вещи, в свои чемоданы. Так, что? Что вам сказать? Конечно, ох, вентилятор работает хорошо. С отелем это был промах, мы вам все наши приключения, злоключения показали. А тут все еще ребята долбят. Голова болит. Ночью было жарко. Действительно, наш вам совет все-таки или чуть-чуть доплатить и номер с кондиционером, или я даже не знаю. И желательно на пляже. Или вообще ограничиться только сафари. Ну, Кения прекрасная страна, но здесь дико жарко. Мы всю ночь течем под. Спать не получается, потому что либо гудят дискотеки, а днем отдохнуть после океана, потому что ребята здесь фигней занимаются, строят кухню, и потом все эти запахи будут в нашем номере. Поэтому два этих номера, Фунзу и Куваю, лучше не бронировать. Ну а так, не знаю, есть настроение показать вам аэропорт Малинди. Друзья нам рассказали про одну смешную фишку, там мульку. Короче, покажем вам. Ох, ну ты долбишь, ох, ну ты долбишь. 8 утра, ты долбишь. А уезжаем мы в дождик. Вот такой вот прикольный дождь идет. Не тропический, слава богу, нормально погрузили все. Жаль, не сняли, когда парень парковался. Он задом чуть не позбивал там цветы. Но это Кения, друзья. Вот, все, отправляемся в аэропорт Малинди. Прощаемся с Ватаму. И, наверное, говорим прощай, не до свидания, потому что, ну... Нет, этому отелю. Да, этому отелю. Как я сказала, ну как оно? Ну это пословица или как? Жили без радости, расстаемся без печали. Так что, оно так и есть. Ой, какие красивые цветы здесь, смотрите. Вот, сейчас покажу. Проезжали постоянно здесь, все думали, как бы вам показать. Ну, через стекло, наверное, не очень. Все собрали, думаю, что все готово. Машина большая, кстати. У них трансфер в аэропорт стоит $35, а здесь, да, а мы нашли за 20, по-моему. Ну, мы нашли за 3000. Напишу в комментах, сколько это. Это очень большая разница, в два раза практически. Вот, ну что, вот такие киоски, похоже, как и в Турции. Вот такой вот там, много вам всего сняли, контент сняли, большие видео, шорты. Много где побывали, вон кроссовки красные после... Я как-то после Hell's Kitchen, после адовой кухни, нормально мы там вчера полазили, вчера поехали, сняли вам контент, погуляли вместе с вами, показали. Ну что, ну, впечатления же остались? Впечатления офигенно классные. Ну теперь в аэропорт вперед. Все уже пришли, Наташа допивает водичку, и туалеты есть. И какая Олечка молодец, да, что смотрите, пораньше вот, приехала. Кстати, стоечка такая прикольная в аэропорту, да? И пошли сколько людей. И мы первые были. Не, ну уже кто-то прошел? Наверное. Да, уже перед нами был мужчина, мы были первые, сейчас уже люди подъезжают. И, кстати, в том же бусике, что мы ехали, сразу загрузилась другая семья. То есть нас, как бы сказать, выпроводили, их встретили. Выгодный бизнес, ну молодец. А все. Девчушка неприветливая, которая? Она, да, была, она видела, что мы вышли, ни привета нет. Да, уже та, не которая знает, ведет бизнес. Ну зато цена у нее хорошая, 3000, это вообще ничего. Ну вот, друзья мои, пришли с Витяшку, мы здесь одни, вот аэропорт Малинди. О, Наташа обратила внимание, какая картина. Все классно. Смотрите, какие воротики. Это выход, это гейт. Просто подходит, открывает, говорит, вы выходите с первого гейта, вы выходите со второго гейта, вы выходите с третьего гейта. А вообще красиво сделано. Сейчас там некоторые люди еще, ну, некоторые, все люди этого рейса грузятся еще. Ну, проверяют им багаж. Ну, мы просто первые приехали, почти перед нами мужчина был, первые зарегистрировали, все. Класс, вообще, какой необычный, Наташа. Выход гейт 1, выход гейт 2. Кстати, есть и сувенирные киоски, и есть и покушать, что и попить. И даже вижу, что есть что выпить. Вот такая красота. Картины, конечно, классные. Секьюрити сидит.
О, какой необычный аэропорт. Так, ну пишите, пишите, как вам вообще класс. Смотрите просто вот эти яркие цвета. Картины. Вообще класс. Ну вот, оформлено здорово. Вот уже самолетики стоят, это совсем маленькие. Вот, интересно, с какого гейта у нас? По-моему, с третьего. А это выход с третьего гейта. Ничего, что, знаете, можно с первого, там, не знаю, через 2 метра второй. Но это прикольно вообще. Картины красивые вообще. Класс, красота. Паша сама снимает, только, блин, ну, немножко в шоке. Такие вот нам так описывали эти воротики, а вот сам этот, не знаю, сам этот квадратик аэропорта сделан классно, просто ярко. Вот. Мне эти фенечки кукурузку напоминают. Что мы все вещи бросили, паспорта, деньги и снимаем. Это просто красота. Вот туалет есть, все есть, как бы достаточно сидений. Wi-Fi пишут есть. И выход. В один из 3 гейтов мы с вами сегодня вылетим. Наташа охранницу согнала, чтобы наснимать вам шортиков и показать картину. Она говорит, картины написаны маслом. Блин, ну красиво. Это вообще такая нежная картина, очень класс. Очень. Это, ну, с головой кто-то думал, а вот мы сейчас с вами сделаем невозможное. Просунем руку за гейт. Вам это удавалось в других вообще аэропортах? Спорим, что нет. Такая печальная картина. Самолет улетел и ждет. И тележка его ждет. Вообще, скажи аэропорт, да. Вообще круто. Да, я уже, кстати, ее осветила. Да, классная картина, просто супер. Ну вот, поярче вам показать, что есть. В принципе, 250 не так-то дорого. Ты уже заметила какие-то яркие магниты? Магниты я не заметила. Машинки нет, круто. А ну, это покажу, не сколько она стоит. Я такую розу я увидела в прошлом году. Прикольная, переворачивай. Одеться. Непонятно. Сейчас спросим. Ну, ты прикольно, что есть и животные, и люди, но человек. Мне кажется, что здесь будет дорого она стоит. Там, кстати, где-то ремонт идет, где получение багажа. Нет, никого нет. Потом, может, узнаем, может, женщина придет. А здесь, ну, тебе понравились какие-то браслеты. Там тоже закрыто. Сумочки, смотри, какие, кстати. Тоже яркие. Вот это вот. Не, вот это яркое. Опять нет цены? Все спрашивают, вот, не, а нет, что-то я это. Да нет. Нет, да нет. Это вообще за каких-то египтян похоже. А вот это, смотри, сколько? Доллар прямо? $5. $5 такие штуки. Ну, для аэропорта это норм. Так это большие. И торговаться не нужно. Платьишко развивается. Ну, да. Не, ну тут такой очень яркий, классный аэропорт. Ну, какой-то такой добрый, вы знаете. Как в прошлый раз Наташу гоняли вороны в Момбасе, помните? Паника в Момбасе. Все есть, футболочки есть. Наташа ищет колечки из бисера себе. Ну вот смотри, здесь очень много сережек из бисера есть. Может, есть твои вот колечки. Вот такое было, типа кольцо. Ну вот они были модные, только больше, 5 рядов. Mm-hmm. И в этом было, в твоем каком, где ты купила. Где мы купили бегемотиков, и видео покажем попозже, потому что это было сафари Buffalo Springs. И мы там в том киоске видео не делали. Ну, в принципе, так там что-то 500 вообще, 500 стоит. Ну, такие ручная работа прям. Ну, в принципе, здесь цены адекватные. Наташе понравились мыло, бальзамы. Купили водичку, доллар стоит 0,5. Как приятно все пахнет. А это тестер или нет? Тестер. Парфумы. Парфум. Поняла? А ну покажи. Сейчас. А how it's open, please? Это парфумы, народ, прикиньте. Сколько здесь всего? Джасмин. Остальные я даже не понимаю. Это сухой парфум. Он намазываешь и типа это. Дайте понюхать. Ой, вкусно, жасмин. Сколько стоит? 1100, я правильно? 1100.
Поговорили. Такой вот сухой парфюм. Здесь есть много вариантов. А Наташе франжипани прям понравился. Не, я хочу понюхать. Я намажу, и мы сейчас потестим. Хорошо бы это. Понятно. Ну, вот такие интересные мы вам показываем. А что это такое? Я думаю, что это может этот лип-бальзам. А, это для губ. Здесь вот из это для губ помада. Бальзам. Как? Написано. Просто как бы натирать. Здесь вот просто сексуальный драйвмен, о господи. Сексуальная драйвумен. А чем это мне пахнет? А это тебе медитация, не знаю, медитация. Тут что-то есть. Битер, сидарвуд, лаванда. Меня, наоборот, так дернуло. Честно, как-то медитировать не очень хочется. Так это что вообще? Ну, типа намазываешь, и ты балдеешь от аромата. Так. А где ты увидела? Что? Вот это вот сексуал. А ну, давай, драйвумен. Только потом в самолет ты сядешь, к тебе будет приставать. Нет, лемонграсс тут. Тут отпугивать комаров. Да, отпугивать, да, вот реально вот. Да, я хочу парфюм. Комаров и остальных людей. Ну давай, Наташ. Ведь где мы вам еще сделали вот такое видео про парфюм? Amber Incense. Вот так вот. Ну коробочка прикольная. Ух ты. А это что такое? Это не мажься сильно, я возле тебя сидеть буду, чтобы мне плохо не было. Я же должна знать, что я покупаю. А сколько это в долларах? Илан-килан. 1100. Может, где-то продается, конечно, дешевле. Но мы такого не видели. Да? Я тоже вот не видела. Но мы не видели такого. А, вот цены, дивись. Вот цены. Да, только я не понимаю, что и где. Ну смотри, oil бальзам 1700, парфумы сухие 1100, боди паудер 1100, в бомбочке 800. Цены объявили, все показали. Вот Наташа сейчас что-то будет выбирать. Жасмин это... Ну... А, нет, тут жасмин роуз и жасмин мусс камбер. Ну, уже нет, прикольно пахнет. Жасмин роуз это прикольно. Посчитали парфюм $7, но вообще Наташа говорит прикольно. Так, вот браслеты, которые понравились. Не знаю, что тут по ценам. 800 вижу. Господи, я не знаю, что вам сказать. После тех браслетов дорогущих, которых мы увидели на рынке, которые белые продавали. Вот, какой-то браслет здесь Наташе понравился. Не знаю, так постараюсь через стекло осветить. Здесь никого нет. Но думаю, если Наташа попросит, ей откроют. Ну, не знаю, как бы, если по 800, то это что-то дешево. Как может быть 800, как и магнитик, который вот мы смотрели. Вот, тот там, который... Нет пока. Так это какой тебе понравилось? Что за цена? Я не знаю, хочу посмотреть. Какая-то странная, не может быть 800. Что, в долларах? Ну, нет. Нет, доллар. Ну, а там магнитик 800. С бататочкой. Не, я просто увидела, что необыкновенный. Так что прямо, может, и на ногу даже, ты знаешь? Слушай, мне понравилось. Вот такой киоск, конечно, интересный, тоже яркий. Вот мне нравится, что повесили не тусклые, а яркие цвета. Джамбо, таскер, какая-то популярная футболка в Кении. Шапочка яркая. Вот, Наташа чувствует, сейчас себе какой-то будет выбирать аромат. Но он очень прикольный. Мне какой-то яркий понравился, не знаю. Да. Ну, выбирай сама, конечно. А тут показывала, что это такое, сумочка? Нет, я не показывала. Это через плечо. А цена? Тысяча восемьсот. Знаешь, смотрите. Может, мы какую-то не увидели. Смотрите, прикол. Ты всегда, они так пишут, да, странно. Они так пишут. Мы чуть не попались в одну. Видите, они... единицу как не видно почти. Мы они такие, вот пятерка стоит, да? Вот, а потом смотришь там пятерочка и думаешь, обалдеть, ребята. Хорошо, что мы не провели. Хотя что, сказали, денег нет, возвращали мы назад и все. Парень уже вышел за ворота. Ох, смелый какой. Кстати, пока Наташа думает над духами, вот картину я вам близко не показала ее. Подошла ближе, я котов не увидела. Какая красота. Вообще, посмотрите. Кто-то летает с друзьями, кто-то с семьей, кто-то с детьми, а кто-то с котами. Картина просто класс. Что говоришь, ароматы они? Я про ароматы, казалось бы, да, он и там это в... Ну, в коробочке такие. Коробочки сухие, это называется сухие, да. Сухие духи, да? А, но аромат пятиступный, реально, вот в принципе такие легенькие, там что-то, лимончик был, лимонграсс, грейпфрутик, только легенькая, да? А сейчас я сижу такая, о-о. Ну, я тоже понюхала, из всех четырех там третий, нормальный, о-о, такой свеженький. Жасмин сейчас. А один жасмин, последний вообще реально. Мне начинает пахнуть шоколадным, а потом раскрывается реально, какой-то жестокий туалетный утенок такой, как будто туалетный. А мне вот ты сказала шоколад, а мне какао-масло. А мне какао-масло. Может, там и какао-масло есть, но не знаю. Так что вот, ребята, Николы вот там. Ну, ты сейчас будешь какой-то брать, да?
Вот Наталочка. Ну вот компания уже выходит. Мы так думаем, что, наверное, у них частный самолет. Мы этих людей даже видели в Хемингуэе или в дорогом отеле где-то. Ну, все, открыли. Пошли. Красота. Доедаем и бежим. Ну что, вернулись мы за духами. А вот тут солид ароматерапия. Солидная ароматерапия. Вона каже, так розтерти, щоб було тепло шло. І так. Это 750. Это 750. Подожди, или вот это мне понравилось. Показывали сейчас женщину и сексуального дорогого мужчину. Вот энергию, вот это все. Ну, прикольно, я не знаю, мы нигде не видели это. Сколько не, может, мы в молах уже побывали, думать. Понятно, что где-то есть Натурал даже ламу дешевле. Бачишь? Но что? Где? Натурал ламу. А, вот, ну кому интересно, вот натурал ламу. Вот она. Угу. Мыльца такие с заостренными краями, прям скушать хочется, как шоколадка. Но у нас уже, по идее, до посадки 20 минут, а людей что-то мало. Может, всех уже посадили? Не знаю. Нас даже еще не звали. А эта женщина, я думала, из той компании, что вылетают. Но она очень так быстро стала есть мороженое, когда они все уходили. Ну, не знаю. Может, не из той компании, а может, вовсе и не хочет лететь. Ребята. Так что сейчас Наташин выбор, она вот нюхает все-таки еще. Мне коробочки нравятся. Мне тоже нравятся. А по-моему, где-то вот лет 100 назад в таких же коробочках производили лекарства, румяна. Здесь такое? Ну, так сухие духи, а когда они пошли? Ты думаешь, сразу стали эти духи? Ну, судя по тому, как женщина давится водой, сейчас она будет бежать за ними. Мне даже интересно это. А может и нет. Так, сейчас Наташа что-то выберет и покажем Наташин выбор. Всему видимому, вот наш самолет несут. Тащат. Вы когда-нибудь видели, чтобы самолет тащили? А так какие-то ржаки просто. Не, ну я шучу, конечно, но с другой стороны есть напряжение. Люди в аэропорту есть, а самолета нет. А, я знаю, что здесь точно нужно идти пешком. Они же не думают, что мы будем идти пешком, фиг знает сколько. Да, я уже сказала, что есть соображение, что наш самолет. Так, о, Наталочка выбрала. Даже чек потребовал. А, 1100. Что ты выбрала? Ну ладно, короче, Наташа какой-то аромат выбрала, покажем мы его. Покажем его просто, когда, наверное, будем делать видео, причем Кения для народа. Там вот мы его вставим и покажем. Это уже будет одно из последних штриховых вставок, потому что мы уже, наверное, 7 кусочков видео сделали. Мы все время купили, сняли. Все, все увидите. Вот, а народ все сидит, ждет, но вот напряжение растет. Самолет только один, и всем не улезут. Нравится такой в тентике, да? Да, малюсенький такой. Сейчас снимут, протрут это лобовое стекло. Да, все набьются и поедем маршруточкой. Слышите звук? Что-то село, приземлилось. По хвосту очень похоже на джамбо-джет. Мы же летаем джамбо-джетом эти междугородние переезды. Ну да, очень похоже. Сейчас люди выйдут, его протрут, и мы туда зайдем. А, даже с места вставать не буду. Вот он с диким ревом. Кстати, пропеллеры вам видно на камере, а мне не видно, они так вращаются с такой скоростью. Это мы уже упоминали, кажется. Такие красивые, как зебра, но мне напоминают поцелуйчики, точнее, как жирафка. Хвост такой. Вот. Так что да, сейчас подождем, и похоже, туда мы и пойдем. Вот люди идут, как мы шли. Ну, я тоже так, это ж мы так шли, да? О, такие на отдых, да? Главное, чтобы сейчас быстро багаж загрузили и все будет хорошо, я надеюсь. Ну что, вот и наш выход номер 2 открылся, прям центральненький. Показываем паспорта, посадочный и выходим к самолету. Ребенка посадочный улетел, так он так рванул за ним, и ветер. И дитё бежит за посадочным. Такой какой-то, не помню, такие ступенечки такие ласковые были или нет. Были? Вообще не помню. Ну, пошли вперед. Джамбо. Ух ты. Вот он, самолетик. Все, взлетели в Смолинде. Пока-пока вода. И он дивится океан. И волны навіть є. Але знов хмари. Про що казали?
вода. От про що мова. От оця річка. Ой, яка вона гарна. Ну що, друзі наші, дуже хочемо кушати і купили бутербродики. Кожен по 250. От все, що було, взяли. Уже після перельоту від інших людей залишилися. Три последние. С говядиной. Все. Ромашка умная, все, сразу подошла. С говядиной, да, я сразу позвала, потому что есть хочется. И Кока-Кола 200 вообще как бы нормально, чуть больше доллара. Так что сейчас покушаем, дата сегодняшняя, все хорошо. Ты умеешь, да. Ну потому что ты попробуешь, самолет прилетел, никто его не заполнил. Я так и подумала, что сейчас будет очень мало еды. Три последних рабчика мы забрали. Друзья, мы уже в Найроби и будем здесь еще пару дней.